вы, Оскар, это престижное шоу, это гламурно, у нас был великий год в кино. Барби, Оппенгеймер, блестящие исполнения, мы хотим праздновать все. Мы производим шоу в этом году и ожидаем выразить его всем. Этот год был исключительным для кино. Действительно волнуюсь по поводу этих фильмов. Просмотрел каждый, жду увидеть всех, взаимодействие с аудиторией дома, которая, как мне кажется, относится к нему с радостью. Это похоже на год для празднования. Мы вернулись к нормальности, собрали всех вместе, и кино было исключительным. Весь тон шоу очень праздничный. Джимми за последние 3 года, пока он был ведущим, многому научился. И я думаю, он применяет уроки, которые усвоил. Быть счастливым, радостным, отмечать людей в комнате, поддерживать быстрый темп. Джимми умеет держаться на ногах. Он процветает в спонтанных моментах, а поэтому прямое телевидение идеально подходит для него. Ведь он мастер ведения и прекрасно улавливает эти моменты, умея общаться с аудиторией. Он действительно глубоко заботится о людях, что находятся в комнате, хочет, чтобы они чувствовали себя расслабленно и хорошо провели время вместе. И думаю, это помогает зрителям дома чувствовать себя расслабленно, взволнованно и как часть группы. Музыка будет ключевым компонентом шоу. Мы очень взволнованы. Впервые, насколько я помню, наш оркестр будет на сцене. У нас великолепный музыкальный руководитель Рики Майнер. Я думаю, от появления на сцене до музыкальных выступлений и то, что случится в память о ком-то, музыка будет играть ключевую роль в этот вечер. И я думаю, увидев всех этих талантливых музыкантов на сцене, весь зал почувствует это, как и все дома. Все хотим, чтобы зрители ушли от шоу, ощущая, что они разделили вечер с этими невероятно талантливыми людьми и отпраздновали эти фильмы так, как они должны быть отмечены. Мы хотим, чтобы они испытали множество эмоций, будь то смех, возможно, слезы и море радости. Просто хотим, чтобы это шоу представляло невероятных артистов и потрясающих режиссеров, а также отметило нашу любовь к кино и всему, чему они нас учат. Что за невероятный год! И если нам удастся запечатлеть часть волшебства кино и перенести его на нашу сцену, тогда мы свое дело выполнили.